Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Вас, как всегда, приветствует Алена Ариес. Я таролог, психолог-коуч, специалист по работе с подсознанием и эксперт счастливой жизни. В первую очередь, конечно же, благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал. И смотрите мои предсказания. Мне очень и очень приятно, дорогие мои девочки. И для вас очередное видео на завтра. Откроем секрет завтра. И сегодня вышли такие карты. Магические послания богинь. Это богиня Сулис, водоемы. Вот такая красивая богиня. Сегодня это богиня воды, которая говорит о том, что проведите время у воды, например, на берегу озера, реки или океана, чтобы перезарядить батарейки. Вот такой вам совет на завтра. И из колоды «Ответы ангела» вышла карта восстановления. То есть вам действительно нужно восстановить силы, энергию, то есть немножко отдохнуть. Я прекрасно понимаю, что вполне возможно, что вы работаете. Завтра у вас рабочий день. При этом вы можете, например, сделать какую-то медитацию. Например, вот на канале моей ученицы «Счастье в нас самих» прекрасные практики. У нее есть видео «Высокие вибрации» как раз на восстановление энергии и жизненных сил. А у меня на канале есть «Сказка на ночь», также на... Она, по-моему, так называется, на энергию или жизненные силы. Вот. Так что восстанавливайтесь. То есть, если нет возможности прям завтра отдохнуть, то, по крайней мере, сделайте медитацию, релаксацию, все, что вам доступно. Да даже элементарно откройте в YouTube какое-нибудь видео, где есть водопад, где есть движение воды, и буквально 5-10 минут посмотрите, уже вам вода придаст силы. Во-первых, вода очищает. Обязательно примите утром душ. И помните, как мама в детстве говорила, водичка, водичка, умой мое личико, чтобы глазки краснели, чтобы зубки белели, чтобы смеялся роток, чтобы кусался зубок.